отражено ваше пребывание у нас на космодроме Байконур. Поэтому все, кто придет к нам в музей, уже будет видеть, что вы не один день трудитесь. Вы тут гражданский сказал. Ну там видишь. Ну, сверху Олег Валерьевич. Ну ладно. Вы наша гордость. Мы вами очень гордимся. Спасибо вам огромное. На память о посещении нашего музея мы каждому приготовим такой подарок. Пусть это будет небольшая память о посещении музея. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну и я попрошу сейчас. У нас есть тоже вот там. А, я тоже. Да. Правый план космодрома стартовый носитель с позиции для ракетоносителя «Зенит» и дублерка стартовой позиции для корабля гораздо использования «Буран» ракетоносителя «Энергия». И когда посадочная полоса «Дума», которая сейчас используется как, но уже сейчас которая эксплуатируется как программа «Зенит», ракетоноситель «Зенит», Дублеры. Ну, пожалуйста, это уже... Это тот, который стоял между... Ты острее, зайди, Лёх. Во, нормально. Давай черный, нет? Он боится спать. Если что случится, то его типа, за это дело. Ром, уйди. Пожалуйста.